Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1483. События дня. Откровение 1:17-18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 3 января 2020 года. И тут же обращение. Считайте, можно останавливать курсором и спокойно, медленно считать. Просьба помочь приобрести комбайн. Это большое дело. Ну и вот 4 ролика про него, Рабаша. Вот тут материал, когда Махно помог красным завоевать тут Крым, то они сразу же, придя туда, красные, а туда на юг-то все бежали туда с ним, и сразу внезапно рухнуло все. До 30 губернаторов, 50 генералов и более 300 полковников, и столько же контрразведчиков, и около 12 тысяч белого элемента всех расстреляли пулеметами. Вот такая власть. Уничтожение нации. И все еще за безумие свое держится. Это переписка идет между нами, как называют, в одном чате, одно содружество по изучению Слова Божия. Каждый что-то достает отдельно из святых отцов. Полезно очень, поэтому я оставляю в наследии.
Ну, одна получила письма, сразу фотографию Ирина прислала. Вот она. Посмотрите, какая она хорошенькая. Книги все получила. Она сразу несколько томов взяла, 4 тома. Вот она выставила их, как видно, на диване. А тут сразу все, я уже по другой цене отдельно, уже не продаются. Вот она. Получила сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 книг отправили. Получила, очень довольна. Ну, книги-то шикарно изданы. Да, благословен Господь. Ну, так на этом можно сказать все. То есть, как умирает деревня, вот какой-то мужчина снимает тут. И сколько-то у него посещаемость, 28 тысяч просмотров с 3 февраля. Поставил только. Это вообще много. Как умирает село. В 1991 году распался СССР, и жизнь стала другая. Сегодня я снимаю ролики о жизни столицы нашей страны, Москве. И часто вижу комментарии людей, что нужно развивать регионы, села, деревни. Ну и далее он. Я вот тут что-то выставил. Не знаю, сейчас я обновлю, посмотрю, далеко нет, мои объявления ушли. Ну, то буквально километр отделяет нас от храма Христа Спасителя. Вот так. Вот так. Это я что послал? Дмитрий. Его звать, выходит, Мышков, что ли. Дмитрий Машков. 211 тысяч подписчиков. Ничего себе. Ну, ничего, да, что он не делает, он только снимает своего-то, ничего не может дать. Ну, показал, разваленное село, живет там тоже в квартире, говорит, на теплом горшке сидит. Дальше-то ничего нету. Как бы вот делал он что-то, делал, опыт взять какой-то, а какой опыт, ничего и нету. Москва, показал улицы, там то другое. Ну, вот уж люди так приезжают видеть хорошо. А что за этим? Вот так. Это вот здесь как раз его тоже ролик. Отдельно у меня форум наш есть, вот он где. И вот загрузка была, уже кончилась. Загрузка. Это обработка. Вот как идет, сколько. Это о сектах. Я на, здесь вот сейчас за ночь закачала. Я здесь, вот чтобы выйти из этого, надо мне теперь общее нажать. Вот как я делаю это дело, вот общее. Все, сохранить. Ну, а потом вот так вот здесь делается. Перехожу уже на канал непосредственно, ну, а это уже вошло, вот оно теперь есть. А это вот внизу, что сегодня выставил утром, в 1:00 ночи. Почти 35 роликов, вопросы-ответы. Ну и самое большое у нас ресурс. Это православный библейский сайт. Вот отсюда сейчас вопросы берут. 4024 вопроса, 55 папок. И на этом на сегодня можно сказать все.